дорогие мои. Доброе утро от меня и от Мартины. Мартина на столе. Не разрешаю, но тут дело совсем не в этом. На столе не на столе, потому что, как говорят, нюх как у собаки, нюх как у кошки. Пошла покормить моих диких кошек и забежала в Меркадону. Так, по мелочам, даже вот видите, не переодевалась. Сегодня прохладно, ветерок. Надела вот такую кофточку теплую. И думаю, забегу в магазинчик за хлебушком. Знаете, как за хлебушком мы забегаем. Забежала за хлебушком и набрала опять себе всякой-всякой ерунды. Арбузы были по евро 29. Взяла себе такой кусочек, прям красный-красный, алый арбуз. Алый арбуз. Взяла, порежу кусочками, поставлю в холодильник. Вкуснятина, вкуснятина. Зеленый горошек, мороженый. Беру вот такой горошек, зеленый мороженый. И затем в морозилочку его и в какие-то супчики, в какие-то жаркое, зажарочки овощей, тушеные овощи. Понемножку добавляю. Очень-очень вкусненькая и полезненькая вещь. Дальше взяла, естественно, малышкам тоже печеночку куриную и сердечки. Сердечки отварю, все это меленько покрошу, и шикарно они у меня кушают. Себе взяла вот такой наборчик куриные голяшечки. Посмотрю, либо зажарю, сделаю жаркое с ними, либо сделаю рис какой-то такой, как говорится, в соусе. Очень любим делать курицу с рисом и с красной фасолью. Такой жидковатый. Это и не плов, и не рис, но очень вкусная вещь. Курочку взяла здесь. Ой-ой-ой, здесь сколько? 1,5 килограмма, короче. 1,5 килограмма, это на два раза вполне хватит. И, естественно, моим бандиткам взяла ихнюю постоянную еду, да, Мартиночка? Взяла постоянную еду, а для диких кошечек взяла вот такие интересные палочки. Они не хрустящие, мягкие, ну такие мясные палочки, но я беру сальмон и пою, то есть с красной рыбы и с цыпленка. Но это для собак, девочки, это для собак. А смотритель, который вот прикармливает этих кошек, он говорит, я беру им именно вот такие собачьи, и отлично заходят, отлично заходят. Попробовала дать моим девчонкам, тоже такие за милую душу уплетают. Но все-таки, конечно, предпочитаю пищу для котов, для моих девчонок предпочитаю кошачью пищу. Вторая сумочка, взяла вторую сумочку, что вы думаете? Так, на всякий случай, вот себе набрала фан интеграл 100%. Очень мне нравятся вот такие хрустики. Мартина уже там носом в той сумке, потому что там вкусняшки. Взяла упаковочка 550 грамм. Все хорошо упаковано по 4, не, по сколько, по 8 штучек, да, по 8 штучек упаковано вот так. Достаешь все в фольге, шикарно. И долго-долго могу пользоваться. Эти, значит, сушеные вот такие вот хрустики идут хорошо и с каким-то салатиком сверху, энсаладьяруса, можно с авокадо, с кремом от авокадо, да, с чем угодно можно, можно и с мягким сыром, в общем, хорошо-хорошо идет на завтрак. Дальше, и, естественно, взяла две баночки для диких кошечек, снизили цену на такой, значит, еду, это в сальсе, в соусе, и здесь, значит, есть морковка и есть горошек, очень хорошая такая баночка, и вот эти кошечки дикие, они хорошо это кушают, очень хорошо кушают. Мои что-то попробовали и решили, нет, мы будем все-таки кушать из пакетиков, из банок не будем. И основной, вот он, основной кулек, который нервирует Мартину. Опять же, зашла в рыбный отдел, думала, есть скидочки, но скидочек как бы таковых не было. И, значит, купила там лангустинос, это креветочки, уже вареные креветочки. Любим их все, и я, и девчонки, все любим креветки, поэтому Мартина уже и лазит по столам, потому что она знает, что ей перепадет. А я не знаю, вот кошки мои не особо едят домашнюю пищу, не особо едят там кусочки мяса, кусочки сыра, что-то. Но вот как только мы начинаем чистить креветки, начинается мировая паника в доме. Так вот, взяла креветочек себе полкило. Креветки, не знаю, опять подорожали. Уже 11,95 килограмм. Были 9,90 с чем-то, я вам как-то показывала. Уже 11,95. Вот так и живи, так и живи.
полкило затянула на 6,24. И взяла рыбку такую без косточек, маленькую. Не тюлечка, не сайра, а такая майра. Я не знаю, как она называется по-русски. Ну, чуть-чуть побольше. Вот такие рыбки. Значит, там же в магазине все это чистят, отрезают головы, все-все-все вычищают. И шикарно. Я зажариваю их в кляре с... пытаюсь перевести на русский язык, в кляре с мукой и яйцом, с мукой и яйцом, и затем на тарелочку промокнуть красиво салфеточкой, чтобы не было жира. Обалденная еда, какой-то зеленый салатик, и обед задался. Так вот, вот этот пакетик, и вынюхивала, и Мартинушка вынюхивала, и на обратной дороге зашла еще за одной мелочью на кухню в китайский магазинчик, и в китайском магазинчике опять же не удержалась, купила себе для моей летней красивой футболочки, маечки, вот такую шикарную полухлопковую пряжу, вот такой мятный цвет, такая красота, такая мягкота. Обязательно буду вязать и показывать вам на моем вязальном канале. Заходите и смотрите. Те девочки, которые хотели вязать вот такими интересными ажурными квадратиками, я уже себе в голове имею идейку, как связать такую красивую маечку. Цвет бесподобный, если маечка такая вот будет. Шикарно будет. И я уже представляю, и с темными джинсами, и с какой-то длинной светлой юбочкой будет то, что надо. Вот так, купила таких 6 моточков, взяла чек. Если остается, значит, продавец мне сказал, вы можете прийти и поменять на любой другой цвет. Так что работа у меня есть. Вот так, девочки, сходила покормить диких кошечек. Ну, то же самое, что и за хлебушком. Ну все, пока-пока, приятных вам всем выходных.